Перемену в жизни человека влияют различные обстоятельства. На перемену в творчестве Генделя сыграли обстоятельства его болезни и знакомства со Священным Писанием.
но на поэтические подвиги, на создание музыки, стихотворений нас могут вдохновлять любовь к близкому, любовь к родному человеку, к родине, к окружающей нас среде, а также родители, которых мы любим и которые заботятся о нас, наших своих детях. Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрийский композитор, обладал феноменальной памятью, слухом и способностью к импровизации. Когда Моцарту было 3 годика, он садился за клавесин и подбирал мелодии. Об этом узнал его отец, он наблюдал за ним и начал заниматься его образованием. Он был его воспитателем, звали отца Леопольд. И он дал мальчику самое лучшее образование. Отец был композитором. Он сам любил музыку. И привязанность к музыке отца передалась его сыну. Моцарт юный очень был предан своему отцу за тот дар, который он ему передал, и любовь к музыке. И в память о своем отце в год его смерти, в 1787 году, он написал многим известное произведение, которое называется «Маленькая ночная серенада». Это произведение он посвятил своему любимому отцу Леопольду Моцарту. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, жители города Бельск, наши соседи, близкие, родственники, все, кто откликнулся на приглашение своих знакомых, друзей, для того, чтобы стать участниками программы «Время больших перемен». Мы рады объявить вам о начале этой программы, которая будет проходить здесь, в здании Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, общины Маранафа, сегодня и каждый день на протяжении предстоящей недели. Каждый из нас не может не согласиться, что живет во время больших перемен. Это перемены, которые происходят в экологии, перемены, которые происходят в политике, экономике. Но самая главная перемена, которая может произойти, это перемена в моей и вашей жизни. И мы искренне желаем, чтобы эта перемена принесла вам и вашим семьям мир, благополучие, надежду и счастье. Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не тот, чтобы от скуки. Я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которую он служил. Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать, когда, чтобы во тьме не затерялась гордых звуков череда. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь. А с чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют нас на путь и вселяют в нас надежды. Остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я по небу полечу. Счастлив он, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосердней и праведней она. Музыка возвышает наши сердца. И мы услышали о том, как жизнь повлияла, изменила восприятие музыки Моцарта, Генделя. А сейчас в сопровождении инструментального ансамбля «Viva Strings» «Живые струны» мы услышим произведение молдавского композитора Кирилла Параскив, который короткое время был и в Бельцах, преподавая класс скрипки. Произведение называется «Романс». Thank you.
поэт, композитор, автор многих музыкальных произведений, которые читаются и поются на протяжении тысячелетий, царь Давид, размышляя о божественной природе, задал вопрос. И этот вопрос звучит на протяжении тысячелетий. В книге «Псалтирь», 138-м псалме, он записал песню, в которой заключил этот вопрос. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня». Удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. В исполнении Екатерины Косташ и Юлии Грубой прозвучит произведение «Вижу Бога каждый день». В сердце духом ты живешь.
песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Всюду ты бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. В известном романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир» повествуется об одном человеке, он назван там брат-масон, который одному из главных героев этой книги, Перу Безухову, раскрывает, что будет дальше. А время это было, когда шла Отечественная война 1812 года. Наполеон вступил в Россию, и брат-масон объяснял Перу Безухову следующее. В Апокалипсисе, говорил он, написано, что придет Антихрист или зверь, и число его 666, а предел ему будет положен числом 42. Ну и он давал после этого свое пояснение. Если все французские буквы обозначить цифрами от 1 до 10, а потом, коль уже цифр нет, то десятками, то написать слово, выражение «император Наполеон» и эти буквы сложить в цифрах, то получится число 666. И если написать два слова 42 и тоже переложить на цифры, то получится тоже 666. Таким образом, дается толкование, что в 1812 году Наполеону исполнится 42 года. И стало быть, если он тот зверь, который 666, то 42 ему будет положен конец. Пьер Безухов внимательно все это слушал и решил: а дай-ка я свое имя напишу. Получится? Написал. Не получилось 666. Потом начал придумывать разные комбинации слов. И, наконец, нашел. Он написал: русский Безухов. Правда, подставил еще артикль, немножко грамматику исказил, сложил, и у него получилось 666. Этот небольшой эпизод из романа, написанного где-то 150 лет тому назад, чем-то напоминает состояние современного общества. Люди сегодня обращены к теме войны и мира. Люди исполнены тревоги и ожидания. А каким будет продолжение? Получая информацию со средств массовой информации, сегодня вопрос войны и мира – это не вопрос просто больших политиков или заседаний каких-то комиссий. Это то, о чем мы решаем на наших кухнях, когда приходят к нам гости, когда мы встречаемся с друзьями на улице или приходим на работу. Не правда ли? Мы говорим, а что дальше? Пойдут ли эти противоборствующие стороны на компромисс, согласятся ли? И если мы раньше говорили о этих военных конфликтах, которые были где-то на Ближнем Востоке,
или где-то там в Африке, в Сомали военные действия, или говорили где-то в Чечне. Сегодня это стало рядом с нами. И мы, смотря на то бедствие, что обрушилось на восток Украины, мы сегодня с тревогой говорим, а дальше что? А когда еще открыто раздаются голоса, что конфликт локальный может стать глобальным, а этот глобальный может стать еще и ядерным, то вопрос, а кто выживет? А если это случится сейчас, когда это все рядом? Знаете, когда встречаешься с переселенцами и беженцами с востока Украины и слушаешь их рассказы. Неважно, куда они убежали, в западные части Украины или на восток, в Россию, когда они рассказывают о том, что с ними происходило. И когда они сегодня ищут какой-то угол, где бы хотя бы приткнуться, где бы хотя бы как-то сохранить свою семью, своих детей уберечь. Тяжело слушать, когда они рассказывают не только о том, как дома рушатся, когда они рассказывают о том, что и храмы, и дома молитвы тоже рушатся. Таковы суровые реалии сегодняшних дней. Коль мы уж вспомнили Льва Николаевича Толстого, его роман «Война и мир», позвольте еще одну цитату из того же произведения. Автор пишет: «Военное сословие самое почетное. А что такое война? Что нужно для успеха в военном деле? Какие нравы военного общества? Цель войны – убийство. Орудие войны – шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии, обман и ложь, называемые военными хитростями. Нравы военного сословия – отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то, это высшее военное сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду». Трудно возразить что-то этому автору, знатоку человеческих душ. Недаром Лев Николаевич Толстой почитаем во всем мире. Как тонко он подметил вот эти некоторые детали. Итак, война или мир? Что ожидает человечество? Основанием для ответа на эти вопросы для нас будет не предположение брата Массона из романа «Война и мир», не предсказание Нострадамуса, не гороскопы, а основание будет Священное Писание, Библия, Слово Божие. Именно здесь, в этой книге, изложена правда о войне и о мире, изложен путь, как можно обрести настоящий, истинный и прочный мир. Итак, что в Библии говорится о войне? Где истоки этой войны? И почему так получилось, что на этой прекрасной земле, на планете, Богом созданной, где все было совершенно, где не было никакого изъяна, вдруг появились такие вещи, как ненависть, жестокость, убийство? Мне кажется, кто-то пытается возложить на Творца долю вины или всю вину за то, что происходит. И знаете, так философски даже пояснить, что ну а как иначе? Нужно, чтобы здесь, в этой жизни, кроме того, чтобы было совершенно все, чтобы было все хорошо, чтобы было добро нам, чтобы было немного и плохого или зла.
И вот люди, которые пытаются философски это объяснить, говорят: но вы же не поймете, что такое добро, пока не вкусите, что такое зло. А когда вам плохо, когда вы плачете, когда вы рыдаете, а на следующий день радость какая-то, ну вот тогда вы эту радость по-настоящему и оцените, и вы поймете, что такое добро и что такое зло. Кто-то пытается внушить мысль, что чтобы по-настоящему вкусить мир, нужно пройти через ужасы войны. Это ложь. Это неправда. Библия открывает совершенно другую картину. Библия открывает нам Бога как источника мира, благоденствия, счастья, гармонии, любви, жизнедателя, который своей заботой, своей любовью объял весь этот мир. И, конечно же, его всегда радовала ответная любовь сотворенного человека. И тут, я бы думаю, весьма кстати нам вспомнить снова слова Льва Николаевича Толстого. Я только что зачитал цитату, где он говорил о том, что орудия войны, и перечисляет там, и среди перечисленных есть два. Орудия войны есть ложь и обман, потом добавляет, которые считаются военными хитростями. Орудия войны есть ложь и обман. И когда мы открываем буквально первые страницы Библии, первые страницы Ветхого Завета, где дается описание сотворения этого мира, и где пишется о первых людях и о первых днях их жизни, и вдруг мы читаем, что Ева услышала еще чей-то голос. Вы не забыли? Орудие войны, ложь и обман. И вот этот голос, который она услышала, так вкрадчиво говорил. А на самом ли деле, подлинно ли сказал Бог, что у вас есть какие-то ограничения? Правда ли, что Бог не все вам открыл? И Ева начала прислушиваться к этому голосу. И когда она продолжала слушать этот голос, следующий шаг – это был прямой обман. Сначала сомнение. Помните, орудие войны – ложь и обман. Сначала сомнение, а потом открытая неправда, открытая ложь. Дьявол заявляет, тот змей заявляет, знает Бог, что день, когда вы вкусите, вы на самом деле, в тот день, когда вы пойдете путем не тем, который Бог определил, а моим путем, тогда вы станете как боги. Нет, говорит лукавый, Бог вам сказал, что вы умрете, если вы вкусите. А я говорю, нет, не умрете, но будете как боги. Открытая ложь. И ловушка сработала. Поверили первые люди. Обман удался. Противник вторгся в эти райские обители. И ложью, обманом он ограбил первых людей. Он лишил их честности. Он лишил их чистоты. Он посеял зависть и вражду, братство, общение, радость, любовь. Он похитил, все это тускнеет, все это исчезает. А вместо этого беда, остановить которую, кажется, почти невозможно. Но Бог не оставляет человечество, ну, как уж получилось, ну уж, коль попали в ловушку, теперь сами и думайте, как оттуда выбраться. Мне бы хотелось, чтобы мы на примере первой семьи, а именно детей Адама и Евы, увидели, как Бог пытается вот эту ситуацию, в которой люди оказались обманутыми, выровнять и оттуда их вытянуть. Я хочу прочитать цитату из Библии. Книга Бытие, 4 глава, стихи с 5 по 10. Каин сильно огорчился. Бог беседует с ним, а то, что Бог говорит, ему не очень понравилось, и написано: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его,
И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авель брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля брата своего и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего возопьет ко мне от земли. Прежде чем случилось первое братоубийство, Бог видит, что отношения между братьями нарушились. И что Он делает? Бог спешит к Каину, у которого только мысли появились первые. Он спешит ему на помощь, помочь ему избавиться от этих недобрых мыслей. Бог открыто называет, что вот эти мысли пришедшие, это не добро, это зло, это грех. Он говорит: грех тебя влечет, но ты господствуй над ним. Пытается разрушить Господь этот сатанинский обман, пытается предостеречь от этих влекущих ко греху мыслей. Он просит Каина: Каин, остановись, одумайся, не позволяй этим злым мыслям развиваться, иначе они погубят тебя. Тебе нужно поменять образ мыслей, тебе нужны перемены, дальше так нельзя. Каин будто не слышит, не хочет слышать. И пролилась тогда первая кровь. Но слушайтесь еще раз в эти слова, обращенные к Каину, слова Божьи. Господь обратился к Каину и говорит: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Скажите, что вам слышится в этом голосе, в этом вопросе? Мы иногда спрашиваем: ты что это сделал? Мы спрашиваем своих детей, мы спрашиваем кого-то из своих друзей, если он сделал что-то плохое, неверное. И мы иногда грозно спрашиваем: ну что ты натворил? В конце концов, разве так можно? И со всей силы своей, давлением, авторитетом пытаемся показать неправоту. Что вам слышится в вопросе, который Бог задал Каину? Мне кажется, глубокое сожаление. Каин, что же ты наделал? Мне кажется, этот вопрос рассеивает напрочь то утверждение, которое пытаются люди говорить, что Бог, особенно в Ветхом Завете, это Бог жестокости, Бог вот этих войн. И многие люди, читая Ветхий Завет, говорят: ну, там как-то даже непонятно. Вот в Новом Завете как-то о любви Божьей, о милосердии, о сострадании, а там одни войны. Бог их на войну посылает, Бог желает, чтобы люди убивали, Бог, более того, вот участник всего этого. Нет, неправда. Помните, орудие войны, ложь и обман. Кто-то пытается в наше мышление заложить эти идеи, чтобы мы всю вину за наши беды, за наши войны, за наше противостояние в семье возложили бы на Бога. Мне слышится в этом слове, в этих словах Господа, обращенные к Каину, глубокое сожаление. Каин, как же так? Как же так получилось? Как же так, что ты не удержался, что ты оставил вот этот обман и дал ему право расти в твое сердце, в твоих мыслях, и он так пагубно теперь вылился в братоубийстве? Каин, кажется, не очень хочет думать. Каин, как и многие из нас, говорят о Боге, что он Бог возмездия. И он говорит: ну все, теперь мне беда. Куда ни пойду, каждый, кто меня встретит, он меня и убьет. К
Почитайте эти главы еще раз. Почитайте эти первые страницы Библии, и мы увидим там другого Бога. Не мстителя, не жесткого или жестокого тирана, а мы видим того, кто даже этого, братоубийцу, Каина, грешника, ослушавшегося и прямо поступившему против воли Божьей, даже к нему Бог обращается и говорит: нет, напротив, я хотел бы, Каин, я бы хотел тебя, Каин, воина, убийцу, восставшего против Бога, против брата, против семьи, я хотел бы тебя вернуть назад. Не будет так, что каждый будет мстить тебе. Не будет так, что я тебе всю жизнь буду мстить. Нет. Я хотел бы, чтобы в твоей жизни были перемены. Божье отношение к войне, к убийствам, оно очень определенно, очень ярко, очень четко выражено в одной из Божьих заповедей, которая гласит: не убей, не убивай. Одна из 10 заповедей очень четко и ясно говорит: не убивай. Причем, когда мы приходим к Евангелию и читаем толкование или изложение Иисуса этой заповеди, мы находим, что Он еще более глубоко ее толкует. Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». А теперь слова Иисуса. «А я говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Христос, другими словами, приглашает нас закрыть источник конфликта, который непременно приводит к противостоянию, к вражде и даже к войне. Христос открыто говорит, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. И это как раз оскверняет человека. А правда, в жизни так оно и есть. Слово за слово, а дальше? А дальше вход кулаки. Мало кулаки, пистолеты, автоматы, грады, торнады, танки и так далее. И прочие убийства. В наши дни это стало очень распространенным, к сожалению, и очень очевидным. Иисус Христос, говоря о событиях грядущих и отвечая на вопрос учеников: а как же там в конце времени будет? Как же будет развиваться жизнь на земле? И каково будет завершение этой земной истории? Он дал несколько описаний. И одно из описаний, или один из моментов, он касается как раз темы войны и мира. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, Христос дает следующее, или делает следующее заверение. Я хочу прочитать сначала 7 стих, а потом 6, немножко переставить их местами. Мне кажется, что не очень-то приятно нам читать это пророчество. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Восстанет народ на народ. И чем дальше мы живем, тем больше этого восставшего народа. 6 стих. «Тогда услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Господь знал, что наступит время, когда нам будет очень тяжело. Почему? Да потому что на земле не останется безопасного места. На земле не будет места, куда можно было бы эмигрировать с уверенностью, что там не произойдет ничего плохого. Да, многие люди с Украины сегодня бегут на восток, на запад, бегут, ища какого-то убежища, ища какого-то приюта.
Но посмотрите, разве в странах Запада, в этих благополучных странах, о которых говорят, что там очень хорошо работает полицейская система, там очень быстро реагируют на правонарушения, разве там все мирно? Читаешь сообщение, а там вдруг поле битвы – это не большие территории, а это всего лишь школьный коридор или школьный класс, куда мальчишка, откуда-то нашедший или доставший пистолет или автомат, пришел и полкласса расстрелял. И поле битвы становится уже не где-то страна, а буквально та близлежащая школа, в которой, возможно, могли бы учиться наши дети. Нет на этой планете такого мирного места, где бы мы сказали, здесь мы будем жить в безопасности, здесь нам будет хорошо. Но эти слова Иисуса, они недаром сказаны о войне, что будет народ на народ, царство на царство, и что будем мы слышать эти военные слухи все больше и больше. Вот там фраза одна была, может быть, вы ее так не совсем на нее акцент сделали, я так ее быстро прочитал. «Смотрите, не ужасайтесь», говорит Иисус. Оказывается, вот этот ужас войны, он будет настолько тревожить людей, что они не будут находить покоя даже там, где никакой угрозы нет. Мы уже говорили, а вдруг кто-то нажмет эту кнопку, что тогда, к чему мы придем? Когда тревога у детей уходит? Наверное, многим из нас это очень знакомо, когда дети в страхе бегут и кричат: «Папа, мама, мне страшно!» Когда наступает покой, когда отец или мать берут свое дитя на руки, и все эти самые страшные тревоги вдруг уходят насовсем в сторону. Слова Иисуса имеют особую силу, и особое обещание Иисуса оставлено для нас. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. «И се я с вами во все дни до скончания века». Иисус знал, что будет нам тревожно на душе, что тема войны и мира, она настолько будет содрогать общество, что люди будут, как он в другом месте говорит, издыхать от страха грядущих бедствий. А Иисус говорит: не ужасайтесь, я с вами. Более того, Он обещал не где-то быть рядом, просто где-то рядом с нами, а Он своим присутствием обещал поддерживать нас. И, конечно, нам иногда кажется, как это возможно и как это будет, но давайте вспомним снова пророчество. Во-первых, тот страх, что будет всемирная ядерная война. Пророчество Библии, его слова, они уже приносят нам покой. Я хочу напомнить вам очень известное пророчество из 2 главы Даниила. Помните, там в пророческом сне был показан истукан. Голова из золота, руки и грудь серебряные, потом медь, потом ноги железные, а потом внизу пальцы на ногах, частью из глины горшечной и частью из железа. И когда этот сон Навуходоносора был истолкован, то было сказано, что вот эти государства, которые представлены в ногах, они никогда не сольются, никогда не будут вместе. А в одни тех царств, написано, Бог установит свое царство. Так вот, об этих государствах мы сегодня можем явно сказать, что мы как раз живем, потому что те империи всемирные, и Вавилон, и Медоперсия, и Железный Рим, это все история. А сегодня мы живем в одни тех царств. В одни тех царств. Конечно же, многие попытки Первой мировой, Второй мировой и еще раньше, попытки установить единую империю на территории Европы не удалось. Но, кажется, несколько лет назад это пророчество, ну, как бы потеряло актуальность, потому что появился Евросоюз,
куда многие страны очень хотели бы войти и быть в этом Евросоюзе. И говорят, ну вот Библия оказывается не совсем права. Ну смотрите, как же? Единый парламент, европравительство есть, единая валюта на всей территории. Так Библия права или нет? Божье слово всегда право. Какая бы иллюзия ни строилась, какая бы власть или император, или правитель, или парламент не появилась и не заявляли, что мы сделали так, как мы хотели, а не так, как Бог предначертал. Помните, это есть обман. Истина только в Боге. И истина, и правда только у Бога. И я думаю, что если пару лет тому назад кто-то сомнение высказывал в адрес второй главы книги пророка Даниила, сегодня эти критиканы библейских пророчеств должны умолкнуть, потому что единой Европы нет. Нет. Мы слышим голоса Англии, мы слышим голоса Греции, мы слышим голоса других стран, которые говорят, а мы дальше не хотим быть в Евросоюзе. Кто прав? Бог, его пророчество или попытки человеческих политиков установить другой мир? Но посмотрите, каково завершение этого пророчества. Мы коснулись эры, в которой мы живем, а теперь послушайте, что пророк Даниил говорит. Вторая глава книги пророка Даниила, 44-45 стих. В одни тех царств. И теперь фраза. Бог небесный воздвигнет царство. В одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. В этом пророчестве на самом деле нам дан ответ, что нас ждет. Война или мир? В одни тех царств Бог Небесный установит свое царство. Другими словами, Бог заявляет, в самый критический момент, когда нам будет казаться, что все рухнуло, что дальше только лишь всемирная война, Бог Небесный берет управление в свои руки. В одни тех царств Бог Небесный установит свое царство без содействия рук человеческих. Что это значит? А это значит не теми методами, не войной, не обманом, не ложью, Божьими методами. Как это будет? Без содействия. Образно там показан камень, который почему-то ударил, и все разрушилось. В книге Евангелия от Матфея Христос, продолжая изложение пророчества, говорит, «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных от четырех ветров, от края небес до края их». Как это будет? Это будет пришествие Иисуса Христа. Это возвращение царя в этот мир, чтобы положить конец лжи и обману на этой земле. Это будет событие всемирного масштаба. Тогда исполнится обещание, которое дал Иисус своим последователям, что Он придет опять. Наверное, вы помните, читали этот рассказ в Евангелии, что после славного воскресения Христос был снова вместе со своими учениками. И будучи со своими учениками, Он им сказал о том, что Он теперь должен покинуть их, и что Он вернется к Своему Отцу. И говоря о том, что Он вернется к Отцу,
Он сказал, что придет опять, и он снова встретится со своими учениками, со своими последователями и возьмет их к себе. С одной стороны, то, что он придет опять, это давало надежду. Давайте представим себе, когда с нами кто-то прощается и прощается надолго. Мы ведь не очень радуемся. И те апостолы не очень радовались. С грустью они смотрели, как он постепенно удаляется, и потом написано, облако взяло его из виду, и в этот момент к ним подходят два мужа в белых одеяниях, то есть два ангела, которые говорят, кто читал Евангелие и помнит это, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо». Посмотрите, как красочно, как подробно описана эта картина возвращения Христа в этот мир. Как описана эта финальная картина истории нашего мира. Мы спрашиваем, война или мир? И у нас есть ответ. Не война, не ядерная катастрофа. У нас есть ответ, который нам дал Иисус. Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом. Для чего Он придет? Для того, чтобы наконец-то, навеки, разрушить всякий обман и всякую ложь. Для того, чтобы наконец положить конец этим страшным проклятиям, которые пришли на нашу землю вследствие греха. Придет для того, чтобы установить мир, согласие. В общем-то, это желание всех верующих. Когда Иисус учил своих учеников молиться и дал им образец молитвы «Отче наш», то там есть фраза. Какая фраза говорит нам о пришествии Христа? «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле». Сегодня волю на земле творят правители, военные, политики, но молитва всех верующих во все века. Господи, пусть Твоя воля исполнится, а для этого да придет Царствие Твое. Наступит тот славный день, когда исчезнут эти войны, и наступит настоящий невременный мир. Страданий, ранений, болезней, смерти уже не будет. Вражды и ненависти – нет места в Божьем Царстве. Мы не знаем, как долго еще продлится это время войны, враждебности и противостояния. Но мы можем знать определенно, потому что Он обещал, что Он вернется. Он сказал об этом. Помним только мы об этом или нет? Или порой об этом забываем? Мои дети оставили как-то нам своих детей, наших внучек, и где-то поехали посетить своих родственников еще. И нам, дедушке с бабушкой, было хорошо. Те, кто бабушки и дедушки, здесь знают, что такое быть с внуками. Как они радуют нас, наши внучки. И вот мы в радости пребывали со своими внучками, и они радовались, потому что... Ну, говорят, бабушки, дедушки всегда больше балуют, чем родители. И всем было так приятно и хорошо. И вот целый день прошел, ну вот наступил вечер. И стали мы с супругой замечать, что наша меньшая внучка, ей было тогда, может быть, 3-4 годика, как-то все больше и больше разговоров ведет о маме, о папе. В конце концов, она взяла свою любимую куклу, прижала к себе и стала ходить по комнате, повторяя одну и ту же фразу. Она не громко это говорила, совсем тихо, но когда мы прислушались, то услышали. «Люблю папу, люблю маму, люблю папу, люблю маму».
Вот никто не учил, никто не говорил, что ты произнеси эти слова, что вот так хорошо делать, когда ты ждешь возвращения твоей мамы и твоего папы. Это для нее, для этого ребенка, для этого дитя так естественно было, что по-другому и представить нельзя. Когда приехали родители, мы рассказали им о вот этом маленьком эпизоде. Конечно же, родителей это радовало, это умиляло знать, что когда их нет, их дети, они наполнены любви, они наполнены ожиданием, они хотят, чтобы родители скорее вернулись назад, потому что с мамой и с папой всегда хорошо, тепло и уютно. Господь обещал вернуться к нам опять. Он сказал: «Я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Мы в это веруем. И если веруем, то хотим ли, чтобы этот час настал? Если смотреть на обстановку вокруг нас, я не вижу другого ответа, как сказать: «Да, Господи, приди скорее, потому что мир сей рушится, потому что в этом мире я не найду места для покоя, для отдыха, для благоденствия. Здесь царит другое – обман и ложь. А я бы хотел быть там, где чисто, светло и где ты правишь и царствуешь». Но пока мы на этой земле, пока мы в этом мире, Господь не оставил нас, как бы по-своему хотим, так и прожить. Он дал нам, пока мы ожидаем Его пришествия, одно из чудеснейших обещаний. Он, Бог мира, говорит, Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 27, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». От нас с вами зависит, что на душе: тревога и страх или мир и уверенность в Боге. «Мир мой даю вам», предлагает Господь. Что ответим мы? Давайте подумаем об этом, пока мы будем слушать пение Анастасии. И, слушая это пение, давайте настроим свое сердце, свои мысли на то, чтобы в молитве потом сказать: «Господи, ничего не хочу лучшего, как получить сегодня Твой мир и в этом мире пребывать навсегда, в этой жизни и в жизни вечной». Пожалуйста, Анастасия. И в конце пути земного
Господь не оставил человека на произвол судьбы. Господь открылся в Иисусе Христе, Сыне Своем, как Бог любви, заботящийся Отец Небесный. И уча молиться учеников, там первая фраза в молитве так и звучала. Говорите ли же, молитесь же так, Отче наш. Как славно иметь эту надежду, уверенность, что в этом тревожном мире у нас есть заботящийся о нас Небесный Отец. Та личность, которая имеет силу, способность решить вопросы моей жизни. И даже такие глобальные вопросы, как вопрос войны или мира. Самая опасная война и самая тревожная война – это война, которая внутри нас. Это наша внутренняя битва. Как бы хотелось, чтобы в душе всегда был мир и спокойствие. И Господь обещает: «Мир мой даю вам». Не хотели бы мы в конце сегодняшней программы попросить нашего Господа: «Господи, а мне дай частичку того мира, чтобы когда я выйду отсюда из дома молитвы и приду домой, я бы могла этой частичкой мира или мог бы этой частичкой мира поделиться со своими родными, чтобы от меня никогда не исходила вражда или агрессия какая-то, чтобы мне сохранить этот мир во все дни жизни своей». Вы хотели бы об этом помолиться Господу? Приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, мы предстали в молитве пред Тобою, потому что Ты есть Тот, кто знает состояние нашей жизни, состояние нашей души и состояние общества, в котором мы живем. Господи, у нас так много тревог. Мы переживаем от того, что видим многие военные действия, многие военные конфликты, и они так близко к нашей стране, так близко к нам. У нас есть люди, которых мы знаем, что они потеряли многое в тех действиях противостоящих. Господи, мы хотели бы, чтобы мир воцарился на этой земле. И мы знаем, что истинный мир только у Тебя. И поэтому просим, даруй свой мир человеческому обществу. Но более всего, Господи, мы нуждаемся, чтобы Твой мир пришел в нашу жизнь. И мы читали сегодня в Евангелии, что Ты обещаешь, Ты даруешь этот мир, свой мир, который изгоняет всякий страх, изгоняет всякую тревогу, изгоняет всякую ложь и всякий обман. Отче, пошли свой божественный мир в нашу жизнь.
Господи, пошли свой божественный мир в наши семьи, нашим родным, мужьям, женам, детям, родителям. Господи, дай нам жить в мире с нашими соседями. Господи, дай свой божественный мир, который превыше всякого нашего человеческого разумения, чтобы, живя на этой земле, даже тогда, когда тревожно и страшно, мы могли иметь уверенность в Тебе, нашем Боге. Благослови нас миром Своим, мы просим во имя Христа. Аминь. Дорогие друзья, мы призываем вас не бояться перемен. Рискуйте, дерзайте и побеждайте. Дмитрий, а как избавиться от страха? Священное Писание говорит в первом послании Иоанна о том, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Ага, значит, любящий Бога не боится смерти, а любящий супруг не боится измены, а любящий ребенок не боится наказания. Мы всем вам желаем быть любимыми и любящими. Любовь к Богу вдохновляла многих поэтов и композиторов создавать свои лучшие произведения. Эти же переживания вдохновляют сегодня музыкальный коллектив церкви Вифиль, город Бельцы, исполнить песню «Слов не найти». Приглашаем трио. Любовь.
одна известная женщина, известная своей благотворительностью, мать Тереза, оставила такие замечательные слова. «Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности – это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше людей, которые умирают от недостатка любви». В исполнении вокального дуэта прозвучит произведение «Божья любовь». Исполнят его Юлия Грубый и Екатерина Косташ. В сумрачном мире разбитых сердец людских нуждаемся все мы в тепле верности и нежной любви. И эту любовь могу назвать я только любовью Божией. Он дал мне прекрасный дар своей любви. Минуты бессилья, часы одиночества. Так нужно, чтоб в сердце звезда веры и надежды зашла. Нам нужен тот, кто бы мог подать нам руку, согреть любовью. И это все дал мне ты своей любви. Твоя любовь не сравнится с любовью этой суетной земли. Она даст мне силы и мне сердце обновит. Она ярче солнца, она теплее, чем летний дождь. Она ветер с моря. Тебе влечет меня с собой. Искала любовь я и думала это сон. Когда постучался мне в сердце с любовью, обнял он. И эту любовь могу назвать я только любовью Божией. Иисус подарил мне жизнь и дал любовь. Твоя любовь не сравнится с любовью этой суетной земли. Она даст мне силы и мне сердце обновит. Она ярче солнца, она теплее, чем летний дождь. Она ветер с моря, к тебе влечет меня с солнца, она
теплее, чем летний дождь. Она ветер с моря, к тебе влечет меня с собой. Дала мне жизнь твоя любовь. Слово «кризис» стало очень распространенным в последнее время. Оно в обиходе не только у политиков, у экономистов, руководителей, но оно в обиходе и в нашем домашнем кругу. Сегодня много говорят о кризисе финансовом, политическом, кризисе производства, кризисе доверия и, наверное, что более всего печально, кризисе семьи. Социологи утверждают, что за последние 20 лет социально-экономический кризис, который затронул не только страны Востока, но и Запада, за последние 20 лет, это уже четвертый крупный социально-экономический кризис. Конечно же, при этом все мы понимаем, что подобные вещи, как кризис, как правило, к лучшему в жизни не приводит, а наоборот, ситуация осложняется. Что же делать нам, живущим в эпоху кризисов? Вот что делать, когда плохо становится? Некоторые люди, теряя работу, потеряв возможность обеспечить свою семью, ищут другую работу. Не находят в своем городе, едут в столицу. Не находят в столице, едут в столицу другой страны. Неважно, в Россию, в Украину, на Запад куда-то, но там, где можно хоть как-то что-то заработать, чтобы прокормить своих домашних. Ну, а если кризис коснулся еще нечто более близкого, коснулся круга моей семьи, или еще больше, коснулся меня самого, там в душе вдруг кризис, как будто какой-то камень, говорят, на душу лег, на сердце тяжко, и не знаем, что делать. Вот тогда, когда радости нет, от жизни удовольствия нет, вот тогда что делать? Лечатся ли раны души? Можно ли найти тот целительный бальзам, который для души был бы, который, приняв, изменил бы нашу жизнь и изменил бы ее к лучшему? Если он есть, то где? И если нашли где, то как его употребить? Хочу спросить, скажите, а вот что болезнее всего переживает человек? Что более всего причиняет нам раны, вот нам самим? У каждого свое, да? Но мне кажется, наиболее уязвимы мы тогда и наиболее больно нам тогда, когда те, на кого мы возлагаем надежду, те, кому мы верим, те, кто были нашими друзьями или самыми близкими людьми, вдруг нас подвели, обманули, предали. Говорят, предают всегда свои. Предают всегда свои. Ну, правильно, чужие-то как нас могут предать? Чужие они и есть чужие. Они там где-то далеко. У них свои проблемы, они нам ничего не обещали, мы с ними никаких дел не вели, мы с ними отношения не строили, они для нас чужие. А вот эти родные, кто в доме, кого обнимали, кого ласкали, кого любили, кого, может быть, если это дети, воспитывали, и вдруг от этих самых дорогих мы встречаем то,
что называем либо изменой, либо подлостью, либо предательством. Кажется, земля уходит из-под ног, и мы теряем равновесие. Непонятно, как тяжко становится на душе, и с наших уст готово сорваться нечто подобное. Знаешь, простить всякое мог, и много тебя прощал, но этого никогда не прощу. Скажите, а что вам чаще по жизни приходится делать? Прощать или просить прощения? Второй вопрос. А что легче, попросить прощения или простить? Не торопитесь отвечать. Не торопитесь отвечать. Это очень глубокий вопрос. Я бы хотел, чтобы мы сегодняшний вечер глубоко подумали. А вот этот процесс, когда я в кризисе, когда я вот в этом состоянии не мира, может быть, еще не войны, но уже не мира, с теми, кто мне дорог и близок. Как мне быть, если меня подвели или меня предали? Настолько ли я действительно готов, как некоторые из вас ответили, мне не трудно простить, а простить как? Прощаю тебя на сей раз. Но в следующий раз, когда подобное повторится, я вспомню, а ты помнишь в прошлом году? Я же тебя простил. Я же тебя простила. Ты помнишь? А теперь ты снова это же самое сделал. Ты хочешь, чтобы я и на сей раз простила тебя? Нет. Прощение было тогда, год назад. А сегодня? Друзья мои, я говорю о том, что в нашей жизни очень актуально. Это не, знаете, где-то там в заморских краях бывает ссорятся, бывает изменяют, бывает предают. Это вот наша жизнь, к сожалению, вот такова, когда мы сталкиваемся с этими эмоциями, когда мы сталкиваемся и с этими вопросами, простить или нет. Хотя слово «прости», «извини» мы очень часто употребляем, не правда ли? В быту употребляем. Да в троллейбус сели нам, или мы кого-то толкнули, да, извините, пожалуйста, да? Мы на улице встречаем человека, простите, пожалуйста, который час? Мы сказали слово «простите» скороговоркой, быстро. Или «извините, вы не скажете, как подойти к тому магазину или на ту улицу». Это нормально, это в обиходе в нашем. Мы эти слова употребляем как бы в быту своем постоянно. Но согласитесь, большая разница произнести скороговоркой «извините, пожалуйста», «скажите, пожалуйста» или «простите, пожалуйста», да, и по-настоящему, глубоко вдумавшись, простить или принять прощение. Я вспоминаю своих детей, когда они совсем маленькими были еще. Ну, лет 30 тому уже, больше прошло. Я теперь только вспоминаю. Теперь они сами уже имеют детей, и мы уже наслаждаемся общениями с внучками. 4 внучки у меня всего. 2 от сына и 2 внучки от сына, и 2 внучки от дочери. Но вот тогда, когда мой сын был маленьким, а они у нас погодки, год разница, дочка чуть постарше, сын на год младше. Ну и как бывает в семье, как бывает у детей, игрались, все было хорошо, все было весело. И вдруг папа, мама слышат, что детский плач. Что делают родители, если слышат, что их дети плачут? Но ищут, как устранить причину печали. Приходим, начинаем смотреть, разбираться. Ну, взрослые иногда называют это разбор полетов. Ну и разбираемся, что для нас, взрослых, это пустячок. А для них проблема, которую решить, кажется, невозможно. И горько плачут,
и сокрушаются там об игрушке или сломанной, или о слове сказанном, или о том, что кто-то больно там ущипнул или ударил. Ну, чего только не бывает у детей. Ну и мы, как люди взрослые, знаем, что плохо, когда ссора, плохо, когда не в мире. Пытаемся же восстановить этот мир. И, конечно же, всеми своими родительскими способностями, всем своим авторитетом побуждаем их примириться. Ну, иногда нам, родителям, приходится буквально подталкивать, знаете, сзади свое дитя. Иди, попроси прощения. Ну, и вот, наконец, этот шаг сделан, и рука протянута. «Прости меня, я больше так не буду». Да? Знакомая фраза? Но нам этого мало. Мы, взрослые, хотим, чтобы прощение настоящее было, и результаты налицо были, и мы говорим. А теперь обними сестренку свою или обними братика и поцелуй его в щечку. Я наблюдал эту картину. И вот, наконец, вот эти объятия. И, наконец, поцелуй дочери на щечке у братика запечатлелся. И кажется, так хорошо всем. И в этот самый момент, когда поцелуй на щеке зазвучал, буквально в этот же миг, маленькая ручонка этого братика быстро удаляет следы этого поцелуя прощения. Знакомо, правда? Вот так оно, к сожалению, в сознании нашем с детства. Как же решить? Как же решить, чтобы не искать удаления прощения, а искать этой радости? Если такая вина, если такой проступок, который, я добавлю, если такой грех у человека, которому нет прощения, или который человек, вот это прощение дарованное, принять не может. Есть одно замечательное наставление Иисуса Христа. Я хотел бы обратиться теперь к Евангелию от Матфея. И там в 6 главе, мне кажется, здесь дана одна из самых таких конкретных рекомендаций нашего Господа по преодолению вот этого социального кризиса. Не в целом, а вот личного, личностного кризиса. Кризиса души. Послушайте, что говорит Господь. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 14 и 15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Иисус говорит, что Бог готов прощать людям. Он не ограничивает, Иисус не ограничивает, что вот эту часть я прощу, вот этот проступок, да, будешь помилован, а вот это никогда. Он говорит, если вы будете прощать, то ограничения никаких нет. Но, что интересно, что вот это наставление Иисуса, оно записано или дано сразу после того, как Иисус дал образец молитвы «Отче наш». А если вы помните, в молитве «Отче наш» уже есть фраза о прощении. «Прости нам грехи наши или долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Я думаю, почему так? Почему Иисус после того, как дал уже этот образец молитвы и сказал «вот так молитесь», должен был еще раз обратиться к этой теме о прощении и как бы, знаете, дать комментарий тому, что уже дано в молитве «Отче наш». Как бы пояснить слушателям, вы знаете, хочет сказать Иисус, это как бы не так уж и просто. Вы фразу-то произнесете,
Но этого недостаточно. Что нужно? Нужно, чтобы это случилось на практике. Если вы будете прощать людям, то и вам прощено. Прощение – вот что лечит раны души. Прощение нашей вины в прямой зависимости от того, как мы будем прощать других. Конечно же, в Писании мы найдем очень яркое и сильное заверение о том, как Бог прощает грешников. И мы увидим, что прощение, которое дарует Бог, вот оно настоящее. Позвольте библейский текст. Послание к евреям, 8 глава, стих 12. «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Бог говорит, что Он никогда не вспомнит. Бог прощает, не вспоминая того, что было в прошлый раз. Мне вспоминается одна притча о священнике, который в молодости совершил какой-то тяжкий грех. И хотя прошло много лет, и хотя он уже стал священником, и другим проповедовал о великом Божьем прощении, но что-то как камень на душе лежало, и он никак не мог себя самого простить. И вот однажды он услышал, что в его церкви есть пожилая женщина, бабушка, которая время от времени видит видение, и в этом видении то ангел Господень, то сам Господь явится и какие-то ей даже наставления дает. И вот в этой притче дальше рассказывается о том, что священник, узнав это, решил однажды к этой бабушке домой сходить. Пришел, побеседовал, и в конце своей беседы, как-то смущаясь, спрашивает ее: «Скажите, пожалуйста, это правда, что вы иногда особые видения видите, и в этих видениях с самим Господом беседуете?» Она говорит: «Да, бывает такое». И тогда он выразил свою просьбу: «А не могли бы вы в следующий раз, когда будете беседовать с Господом, спросить Его, Он мой грех, тот в юности соделанный, простил или нет?» Пожилая женщина говорит: «Да, конечно, обязательно сделаю». Прошло время, прошло несколько дней, и священник встречается с этой пожилой женщиной и, конечно же, сразу задает ей вопрос: «Скажите, а у вас за это время на прошлой неделе было видение?» Она говорит: «Да». «И вы общались с Господом?» «Да». «А вы спросили у Него о моем вопросе?» Она говорит: «Да, я спросила». «И что же ответил Господь?» Пожилая женщина улыбнулась и говорит: «А Господь сказал, что Он не помнит о том, что было». Так написано, друзья мои, это хотя притча, но ведь мы только что читали библейский текст. Бог обещал: «Я не воспомяну», то есть я не вспомню больше. Если я прощаю, то это прощение, оно всецелое. Он не вспоминает. Мне очень нравится одно выражение, которое тоже буквально недавно прочитал, что Господь не только прощает наши грехи, Он забывает о них, но Он еще берет и погружает их в пучину морскую. Есть такой библейский текст, что Он бросает их в пучину морскую. Но вот автор этого короткого вот сочинения, он написал: «А Господь, когда бросает их в пучину морскую, там еще такой буёк ставит и надпись: здесь рыбалка запрещена, чтобы оттуда никто никогда не извлек». А теперь позвольте еще одну очень красивую библейскую иллюстрацию. Эту историю очень любят дети. Это история одной семьи. Там было много сыновей и всего лишь одна дочь.
Это история семьи Иакова. 12 сыновей, помните? И одна дочь. И в этой семье было, ну, не все так гладко. Случилось так, что 11 сыновей были на одной стороне, а один, тот, кто был любимый сын у отца, Иосиф, оказался как-то не в милости у братьев своих. Он им все время мешал своими добрыми советами, может быть, тем, что отцу рассказывал о не очень хороших делах, и у них какое-то зло на душе было. И однажды они воспользовались тем, что он оказался один, отца рядом не было, и очень жестоко с ним поступили. Они отомстили, как они считали, по-настоящему. Они просто взяли и брата своего, продали в рабство. Мимо проходил караван купцов, и они продали его. Они даже не подумали о том, что они теряют его навсегда. И они действительно не знали, куда этот караван пойдет и где в следующие годы окажется их родной брат. И чтобы сделать эту историю еще более драматичной, они измазали кровью животного одежду, снятую с брата, и принесли отцу. Надо же как-то оправдать, что мы все вернулись с работы, а его нет, Иосифа нет. И они говорят: отец, вот похоже, что это одежда нашего брата, твоего сына любимого. Конечно же, по-настоящему может представить это горе только тот, кто терял в жизни сына или дочь. Горе отца, слезы отца, которое, сердце которого разрывалось, и который не находил покоя, который сам готов был жизнь свою отдать, потому что любил этого сына своего. Дальнейшая история Иосифа, она, знаете, если говорить по названию нашей темы или общих тем, то оно вот как раз было временем или жизнь полная перемен. То у него время относительного благополучия, то попадает в тюрьму. На годы попадает туда, незаслуженно, обидно, печально это все читать, слышать. Потом вдруг взлет, и он становится вторым человеком в государстве. Он становится вторым после фараона. Мы бы назвали сегодня, наверное, его премьер-министром страны. И вот наступает этот очень трагический, с одной стороны, но очень и трогательный момент, когда происходит встреча Иосифа с родными братьями. Он второй человек в стране, а они покупатели, которые пришли из голодной Палестины в этот обеспеченный Египет купить хлеба, купить зерна, чтобы прокормить свой дом, прокормить свои семьи. А давайте теперь прочитаем библейский текст. Бытие 45 глава, первые 8 стихов. Вот этот момент очень волнующий, когда вот Иосиф уже узнал их, а они еще его не узнали. Бытие 45 глава. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что смутились перед ним. Было от чего смутиться, правда? Было от чего смутиться, потому что они теперь во мгновение поняли, настал момент истины, настал момент, когда нужно за свои поступки отвечать. И сказал Иосиф братьев своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут.
Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою по всей земле египетской». Вы заметили, сколько раз он повторяет фразу «Бог меня послал». Он по-своему оценил, он правильно оценил, он получил эту силу от Бога для прощения, и поэтому он не вспоминает обиды, причиненные им. Он видит, что его жизнь – это не просто случайности, которые одна за другой случились. Он видит, что все происшествия, которые были в доме Потифара, в тюрьме – это особый замысел Бога, назначением которого есть на самом деле спасение всего семейства Иакова, всего рода Израилева. Надо иметь мужество, надо иметь силы, надо иметь внутренний стержень, надо иметь силы духовные, чтобы вместо обвинений, вместо мести, вместо того, чтобы сказать: «Ну, теперь давайте мы с вами поговорим по душам. А теперь давайте разберемся». Так, кто был первый, чья идея была, чтобы меня сначала в ров кинуть, иди сюда? Кто меня сторговал этим купцам, и ты иди сюда, рядом? Дальше они в его руках. Не просто месть, казнь была бы справедливым возмездием, если судить об этой истории по человеческим законам. Было бы справедливо, что они уготовили ему. Ну хорошо, не казнь, а рабами на всю жизнь достойно было бы, справедливо было бы. Но есть еще, кроме великого торжества справедливости, есть в этой жизни нечто Богом предусмотренное. И это нечто называется прощением. Решение кризиса в нашей семье, решение внутреннего кризиса, когда мы себя самих простить не можем, потому что так тяжко, так муторно на душе, что дальше не знаем, что делать. Но решение кризиса есть в этом великом и славном слове – прощение. Вы знаете, слова, которые он произносит здесь: «Не печальтесь, не жалейте», на самом деле получается, что не они вот в такой тревоге о том, что будет, а он о них больше тревожится. А еще есть, кстати, эта история не заканчивается этим эпизодом, когда отец умер, там еще один такой сильнейший эпизод. Давайте мы и о нем прочитаем. Он, мы видим, не укоряет его, не укоряет братьев ни за тюрьму, ни за все, что было. У него есть это удивительное средство – прощение. Но вот теперь, когда умирает отец, еще одна история. 50 глава, стих 15 и дальше. «И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Вот теперь внимание, эта фраза. Иосиф плакал. Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Иосиф ведь давно их простил. Иосиф давно их простил.
тогда, когда он с ними встретился, тогда, когда пир даже устроил для всех братьев и для меньшего брата, родного брата своего, Вениамина, помните, там гораздо большие порции давал, и это было всем явно, и это была радость у него уже от того, что он простил. А у них, оказывается, одно дело простить, а другое прощение Богом данное, братом данное, родителями данное прощение принять. Иосифа огорчило, очень огорчило то, что его родные братья, дарованное прощение, по-настоящему принять не могли. Все еще жили с этим чувством вины, с этим камнем на сердце, и никак от него избавиться не могли. Нечто подобное в нашей жизни случается. Я вспоминаю рассказ одной из наших сотрудниц, когда она была маленькой девочкой, лет 5, она очень любила бывать у своей бабушки в доме. И вот, будучи в доме у бабушки с дедушкой в деревне, у нее было еще одно любимое занятие. Она любила, как ни странно, девочка, но любила играться со спичками. И вот однажды, когда в доме не было ни бабушки, ни дедушки, а в руках у маленькой девочки оказались спички, и они так удивительно, чиркнув, вдруг зажигались, и как-то у нее оказалось там, на комоде, где в спальне она была, и бумажки нашлись. И чиркнув очередной раз спичку, зажглись и бумаги. Через мгновение бумаги разгорелись, и пламя охватило занавесь и охватило комод. В страхе маленькая девочка не нашла ничего лучшее, как просто убежать из дома. И она убежала, спряталась, где-то там в селе, где-то во враге сидела сначала. Темно стало, она все еще пряталась. Она все еще пряталась, и ей было страшно идти домой. Она понимала, что бабушка и дедушка, они огорчены этим поступком. Она еще не понимала величины трагедии, которую она совершила, но понимала, что она виновна. И это маленькое дитя пряталось от взрослых. Ну, а как чувствовали себя бабушка с дедушкой? Я думаю, вы понимаете, взрослые люди, как они себя чувствовали. Они с ног сбились, ища эту маленькую внучку, куда делась. Они понимали не только свою ответственность, они ведь дорожили этой внученькой своей. Для них она была милая, дорогая, и они не могли и мысли себе в мыслях представить, что она потеряна, что она не вернется. Они искали всюду, они искали с соседями, они пригласили всех друзей своих, все село в поисках было до той поры, пока не нашли, пока не смогли взять на руки, принести домой и уложить спать. И вы знаете, взрослая женщина, когда рассказывала вот этот эпизод из своей детской жизни и говорит, сколько жила бабушка, всякий раз, когда я приезжала к ней в село, и когда я приходила в ее спальню, и приходила к тому месту, где все еще стоял тот самый комод, но в этом комоде было черное пятно от того детского пожара. Потушили пожар быстро, но пятно на комоде осталось. И всю жизнь, приходя туда, пока была жива бабушка, у меня, говорит, наворачивались слезы, потому что я вспоминала о той безусловной и безграничной любви своей бабушки, и мне так горько на душе становилось от того, что я ей причинила такую боль. И я умилялась, говорила она, той любовью, великой любовью своей бабушки. Но есть еще одно свидетельство о великой и славной любви и о великом прощении. Это то, что практически известно всем христианам. Я хочу процитировать текст, который, уверен, очень многие из вас знают наизусть.
потому что христиане называют его золотым стихом в Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А далее 17 стих, продолжение. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Не послал, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. По справедливости каждый должен нести ответственность за свои поступки. Сказал неправильно – отвечай. Поступил неверно – будь добр, понеси наказание. Сделал что-то греховное – достоин того, чтобы был наказан. Но Библия открывает другие отношения Бога Всемогущего к нам, людям, живущим на земле, людям согрешившим, людям, которых Бог видит, что нам самим этот жизненный кризис не одолеть. Не получится нам самим поменять в этой жизни, чтобы все стало ровно, чтобы все стало красиво, чтобы все стало по-настоящему любезно. Поэтому Он берет на Себя эту проблему и решает по-своему. Как? Книга пророка Исаии, 53 глава. «Но Он взял на Себя наши немощи». Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. Посмотрите, какие перемены. Мы должны были нести наказание. Мы ответственны, мы виновны. А на самом деле Он берет на Себя тяжесть нашей вины. Ранами Его мы исцелились, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И вот последняя фраза. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Господь возложил на Него грехи всех нас. Если грехи возложены на Христа, то нам нужно ходить с тяжестью вины своей. А почему нам тяжко на душе? Почему нет перемен к лучшему? Почему прощение, Богом дарованное, люди не всегда легко и просто принимают? Как-то недавно я прочитал публикацию, интервью с известным, очень известным, уважаемым человеком Владимиром Познером. Знаете, такой телеведущий, который очень смело, открыто ведет программы. Он уже не молод. И вот в этом интервью его спрашивали, обычно он спрашивает, а в этом интервью его спрашивали. Его спрашивают, скажите, вы как о себе скажете? Вы хороший человек? Ну и Владимир Познер говорит, ну, в принципе, да, потому что я, ну, детей воспитал хорошо, ну, в общем-то, ничего плохого в жизни, ну, как бы не делаю. Но при этом добавляет, но есть у меня один грех, и я даже знаю, какой. А ну, а в целом, я, говорит, человек хороший. Корреспондент спрашивает, какой грех? Вы же человек, который заявляет во всеуслышание, что вы в Бога не веруете. Какой же грех у вас может быть, если вы в Бога не веруете? Он говорит, ну да, я в принципе в Бога не верую, но вот у меня на этот счет свои основания, но если так, как считают в народе, есть семь тяжких смертных грехов, то вот я один из таких грехов совершил. И дальше он продолжает. И я искупаю этот грех каждый день, но я знаю, что искупить его никогда не смогу. Вы знаете, когда я читал это интервью, я подумал,
бедный человек. Господь Иисус, Бог в своем Евангелии говорит: «Я прощаю вину вашу». Бог говорит, что вину людей, грехи людей Он возложил на плечи Сына Своего. И там на Голгофском кресте явлена эта картина прощения, а ты пытаешься, бедный человек, сам искупить вину, при этом понимаешь, что сделать этого сам никогда не можешь. Ну, надо отдать должное, он, не стыдясь об этом, открыто заявил пред всеми, что не может он искупить свой грех. Зачем ходить с тяжестью, когда есть это прекрасное обетование, и мы уже на наших встречах читали этот библейский текст, записанный в первом послании апостола Иоанна, 1 главе и 9 стих. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, простит нам грехи наши и очистит, то есть снимет с наших плеч, снимет с наших сердец это тяжкое бремя греха. Я скажу вам, что это далеко не единственное место в Библии, где говорится о том, что Бог снимает тяжесть с наших плеч. Посмотрите, Евреям 8 глава 12 стих. «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззакония их не воспомяну более». Так обещает Господь. Что же от нас ожидается? Если так это доступно, если так это возможно, что от нас ожидается, чтобы нам увидеть перемены в своей жизни? Вместо уныния – радость, улыбку. Вместо тяжести, что мы виновны, почувствовать, что мы прощены. Что делать нам? К чему стремиться? Возможно ли получить это на самом деле? И возможно ли это получить мне сегодня? Что делать? А просто не прятаться. Просто не прятаться от Бога. Просто если Он говорит: придите ко мне, мы рассудим, посмотрим, придите ко мне, исповедуйте, и я прощу вам грехи ваши. И для этого не нужно никаких заученных слов. Меня иногда спрашивают: пастор, скажите нам слова молитвы, мы запишем молитву, которой по-настоящему могли бы помолиться, и эта молитва была бы действенной. И в этой молитве я бы по-настоящему могла бы к Богу обратиться, и, ну, Бог бы меня услышал, вот как вот слышит всех праведников. Вы знаете, когда вот такие вопросы задают, я вспоминаю еще одну историю, позвольте еще одну историю рассказать сегодня, про денщика, который служил в царское время, это было у офицера. Но офицер был человек грамотный, а денщик был безграмотный. Служба длинная, годы идут, и денщику хотелось же хоть какую-то весточку домой родителям послать. Время от времени он просил своих товарищей: помогите написать письмо. И товарищи помогали, черканут пару строк, и денщик доволен. И вот однажды, зайдя в комнату к своему господину, офицеру, он увидел, что офицер сидит и свои письма кидает в печь, сжигает. Он как-то мгновенно среагировал и говорит: господин офицер, пожалуйста, не сжигайте, у вас же уже письма написаны, дайте их мне, а я отправлю своим родителям, мне не надо будет просить своих сослуживцев, чтобы они за меня писали. Уже ведь готово, написано. Офицер улыбнулся и говорит: мил человек, не помогут тебе эти письма. Это мои письма. Это то, что я своим родителям или друзьям сообщал. Они тебе не помогут, от тебя твои родные через эти письма весточки не получат. Печаленный денщик, понурив голову, пошел искать кого-то из товарищей своих, кто бы ему написал одно короткое, но собственное сообщение.
Нам не нужны заученные чужие молитвы. Господу дорого, когда мы душу свою откроем в самых своих простых, пусть, знаете, неграмотных фразах, каких-то корявых слов, но слов, исходящих из глубины нашего сердца. Эти молитвы Бог слышит. На такие молитвы Бог с радостью отвечает. Я должен сказать вам еще одну вещь, еще один шаг, который нам нужно сделать, обратившись к Господу, когда мы просим: «Господи, прости». Когда мы уже произнесли: «Господи, прости», будет всегда еще искушение. А Господь услышал? А может быть, моя вина, даже если Он услышал, настолько велика, что именно это уже простить мне невозможно? Сомнение всегда кто-то будет сеять. И кто-то будет говорить: ну и куда ты еще со своими молитвами? Неужели ты не поймешь, что для тебя уже все потеряно? Позвольте напомнить вам ответ Иисуса Христа. Слова, короткую фразу, которую произнес наш Господь Иисус в последние мгновения своей земной жизни, распятый на кресте, подло преданный своим близким ученикам и соратникам, незаслуженно, неправедно обвиненный, не по закону осужденный, он умирал на кресте. И он произносит слова, которые я очень хотел бы, чтобы они остались навсегда в нашей памяти. Это слова Христовой молитвы, когда Он взывает об этом обществе, об этой черни, об этих разбойниках, которые рядом и тоже злословили Его вначале, а Он молится и говорит Отцу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Если мы хотим по-настоящему услышать ответ Христа на нашу молитву о прощении, откройте Евангелие, прочитайте еще раз эту историю, где описана Голгофская гора и где записаны эти слова молитвы Иисуса. В них наше прощение. «Отче, прости им». Кому? Тем, которые там стояли, да. Тому сотнику, который руководил казнью, да. Тому разбойнику, который обратился и просил милости Господней, да. Женщинам, которые там стояли, ученикам, которые убежали в страхе и прятались, потому что боялись дальнейшего преследования, но и нам с вами, читающим Святое Евангелие. «Прости им», говорит Иисус, обращаясь к Отцу Небесному. Прочь сомнения, прочь всякие волнения. Поверьте в это слово Иисуса, и прощение Богом дарованное станет нашим достоянием, станет радостью нашей жизни, станет великой переменой, о которой мы мечтали, а до сих пор еще не достигли. Я приглашаю вас послушать пение Юлии. И когда она будет петь, давайте подумаем о том, что бы я мог сказать сегодня Господу и приложить к этому слова: «Прости меня, Господи», чтобы в ответ услышать: «Прощаю тебя». И в этом прощении Иисуса принять для себя новую жизнь.
Настало то время молитвы, когда мы можем прийти пред лицо нашего Господа. И эти молитвенные просьбы, эти молитвенные письма, написанные вами, мы хотели бы тоже представить пред лицо нашего всемогущего и любящего Бога, Отца Небесного, того, кто любит прощать, того, у кого милость безграничная, того, кто сегодня желает сказать вам имени слова прощения, слова утешения, слова, в которых есть великая надежда, что наша жизнь, она может быть изменена к лучшему. Помолимся Господу и откроем желание сердца своего и попросим у Него прощения и поблагодарим Его за великое и славное, что Он уже совершил для нас. Отче наш, сущий на небесах, пред Тобою стоят дети Твои, которые в молитве открывают свои сердца, Господи, которые в эту корзину сложили свои молитвенные письма, написанные простым языком, написаны так, что Ты можешь это прочитать и ответить. Господи, сегодня, когда мы читали о великом прощении, о великой благости и милости Твоей, у нас есть эта надежда, что Ты можешь изменить нашу жизнь. И то, от чего нам так тяжко в жизни, Ты можешь снять с наших плеч и дать нам легкость,
дать нам радость, дать нам надежду, дать нам новую жизнь. Поэтому, Господи, сознавая, что мы так часто были неправы, что мы говорили слова не очень ласковые нашим близким, детям нашим, родителям нашим, мужу или жене были сказаны не лучшие слова, мы прежде всего пред Тобою, стоя здесь, говорим: Отче, прости нас. Помилуй нас и изгладь, пожалуйста, эти недобрые записи в небесных книгах о наших некрасивых, недобрых и злых поступках. Господи, принимая Твое прощение, дай, пожалуйста, нам и силы прощать тех, кто виновны пред нами. Господи, помоги, чтобы, когда мы сегодня придем домой, у нас схватило мужество подать руку и попросить прощения. Может быть, у дочери своей, у сына своего, у матери, у мужа или жены. Господи, дай нам силы, чтобы, получив Твое прощение, быть способными прощать. Господи, дай нам эту радость увидеть улыбки на лицах наших родных, увидеть эту большую перемену в нашем доме, в нашей жизни, чтобы вместо слов грубых там звучали слова любви и ласки. Господи, дай нам эту победу над всяким злом и над всяким грехом. А мы за это будем благодарить и славить Тебя за великую жертву на кресте, за прощение безмерное, дарованное в Иисусе Христе, Боге и Спасителе нашим, во имя Иисуса. Аминь. Зачем, мой Господь, Ты оставил всех ангелов в небе? Зачем, мой Господь, Ты оставил родного отца? И славу оставив всю, родился Ты в смертном теле. Зачем Царь всего творенья обнищал? Тебе славу дивные ангелы пели, Ты был там согрет бесконечной любовью Отца. Зачем Ты оставил свой любимый небесный город? Зачем Ты прийти на землю пожелал? Жил бесполезно, греховно, достоин того, чтоб согреть свой в мучении страдать. Но Ты тихо в мир сошел, и вместо меня покорно был мучен, гоним, оплеван и распят. Боль мою унять,
чтобы мне удел с собою в небе дать. За что же меня, мой Господь, бесконечно ты любишь? Ведь я не достоин поднять даже к небу глаза. На миг замолкает все, глаза заливаю слезы, ведь я тебе столько боли причинял. Хочу тебя славить, Господь мой, за дар твой бесценный. Хоть слаб я и нищ, и не знаю, где взять нужных слов, пусть будут слова просты, но искренние от сердца, ведь ты для меня так дорог, мой Господь. Для меня сошел сошел ты с небес, за меня был поднят на крест, чтобы грех снять, боль мою унять, чтобы мне удел с собою в небе дать. Как вы себя чувствуете? А как у вас настроение? Вам комфортно? Тем, кто на балконе? Замечательно. А одному молодому юноше было не совсем